Здравствуйте, перед вами будет выступать Воронцов Александр Викторович, город Черемхово, Иркутская область, с песней про половину лета. Поллета уже того, поллета еще осталось, и это ведь хорошо, что завтра не осень славна. Еще не сентябрь, нет, еще середина лета, еще можно, ё-моё, погреться на солнце где-то. Половина лета отшумела, это только половина только. Еще будут дни такие где-то, хватит нам с тобой еще поскольку. Ведь не завтра это все случится, июль почти еще в разгаре, а еще и август между прочим. Август ведь еще не отменяли, как солнце еще палит, и то, что пролился дождик вчера, а сегодня вот, не говорит нисколько, что лето уже того. Возможно, и показалось, да просто вчера был день не самый удачный прямо. Половина лета отшумела, это только половина только. Еще будут дни такие где-то, хватит нам с тобой еще поскольку. Ведь не завтра это все случится, июль почти еще в разгаре, а еще и август между прочим. Август ведь еще не отменяли, поллета уже того, поллета еще осталось. И это ведь хорошо, что завтра не осень славна, еще не сентябрь, нет, еще середина лета, еще можно, ё-моё, погреться на солнце где-то. Половина лета отшумела, это только половина только. Еще будут дни такие где-то, хватит нам с тобой еще поскольку. Ведь не завтра это все случится, июль почти еще в разгаре, а еще и август между прочим. Август ведь еще не отменяй. Спасибо.